Самая эффективная профилактика – это вакцинация, если речь идет о гриппе, уверены медики. В сентябре стартовала широкая прививочная кампания. В больнице и поликлинике региона поступила вакцина «Совигрипп» – больше 200 тысяч доз. Еще столько же поступит в ближайшее время. В группе риска медики, учителя, работники соцсферы и транспорта – те, кто работает с большим количеством людей. Также школьники, студенты, призывники, беременные женщины. Им прививка необходима прежде всего. У прививки от гриппа существует несколько противопоказаний. Делать ее нельзя, если человек болеет, у него высокая температура или есть аллергия на компоненты препарата. Наличие прививки вовсе не дает гарантии того, что человек не заболеет. Но если это и случится, то болезнь будет протекать в легкой форме. Ну, давайте. В планах привить 413 тысяч человек. Это примерно 40% от численности населения региона. Из них 80 тысяч детей. Прививка позволит избежать тяжелых последствий гриппа, таких как бронхиты, пневмония, осложнения на сердце и другие органы. Активная прививочная кампания прошлого года позволила избежать эпидемии в регионе. Не зафиксировано ни одного смертельного случая заболевания. Сейчас посещение выросло в поликлинике, и, соответственно, каждый врач на приеме, участковый врач, врач-специалист, предлагает пациенту и ставит его в известность о том, что проводятся прививки против гриппа у нас. Также везде вывешена информация на доске объявлений, где пациент тоже может ознакомиться и знает, куда обратиться в случае, если он изъявит желание провести прививку против гриппа. Любой посетитель поликлиники имеет право обратиться в регистратуру, получить свои медицинские документы. Каждый год в вакцину добавляют новые штаммы вирусов. Прививка становится все сильнее, чтобы противостоять угрозе. После укола у организма уйдет примерно 2 недели на выработку иммунитета. Побочных эффектов нет от данной вакцины. И обязательно нужно проводить вакцинацию сейчас, с сентября по октябрь месяц, до подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение 2 недель, и иммунитет формируется где-то примерно на год, поэтому необходимо каждый год вакцинироваться. Прививка совершенно безвредна. Делать ее можно детям от 6 месяцев и беременным женщинам. В поликлиниках региона получить укол здоровья можно совершенно бесплатно и без очередей. Прививочная кампания продолжится до 15 ноября. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.